Предыдущий смотритель исчез. Угу. Так я упал, блядь, вот тут сколько смотрителей разъебалось. Ебать, что за хуйня тут? Что тут у вас происходит? Какой-то квейк начался, если честно. Это что? Это можно подвесить. Бедный тут заждался девушки своей, пока та собирается так. И что? Люблю большой член? Ладно. Я в карман, если что, сложил эту штуку, я не знаю, что это такое. Да я ебал, что ли, бля, я не знал, нахуй. Я думал, туда надо. Бедный придавило камнем. Ребят, прошу всех написать на лицо Ришу, это он вот эту игру мне заколил. Ну я теперь пройду уже так, для галочки-то, блин. Это он говорит, вообще имба, ебать, говорит, вообще имба, пиздец. Блять, я забыл. Я грузик не взял. Бля, как назад-то мне, а? Это не имба, это имбень. Ну, я надеюсь. Потому что не столько страшно мне пока что. Блять, а где грузик-то, ёбаный сыр? Это, видимо, надо вот вниз был. Бля, я дурак, а. У меня провалы в памяти прямо на стриме, ребят. Я же только что тут ходил. Надо вниз, и там будет уже. А я зачем-то поднялся? Не. Чё за хуйня? Кто-то за мной ходит или что? Я не понимаю, блядь. Какой-то звук такой ебучий еще. У меня деменция. Кто такой Риш? Так, судя по всему, надо идти назад. Не понял. Чё за хуйня? О. О, до бедрока почти докопали, блядь. Это чё? Это мы в аду? Чё это? Так, с какой-то чел. Забираем мечик. Хочешь играть с топовыми скинами, а цены на нож в Стиме стартуют от 8000? Тогда тебе на Avon Market. Скидки на скины до 40%, а пополнить счет можно любым удобным способом. Avon Market — это более 60 тысяч предметов из CS, Dota 2, Team Fortress 2 и Rust. Продавай ненужные предметы по самым выгодным ценам. Покупай новые скины дешевле и удобнее, чем в Steam. Сервис имеет более 400 тысяч пользователей и свыше 2 миллионов проданных скинов. Avon Market. Покупай и продавай в один клик. Вводи промокод из описания и получи до $5 в первой сделке. Что это за рука какая-то? А, это две бутылки. Прикольно, блядь, ребят.
Какой-то уже пиздец сюр пошел. А-а-а, ебать, ребята. Я понял. Мы типа у маяка. Только в другом измерении, походу. А ну-ка. Тут не подняться. Тут подняться. Чё за хуйня? Погодите, блядь. Я что-то не помню тут колодца какого-то сраного. Это мой дом? Нет. А вот это мой дом? Может быть, это сон? А, вот мой дом. Или это тоже не мой дом? Блядь, у меня нет дома, ребята, его снесли. А, вот мой дом. Надо поспать реально, блядь. Ебать, а что за хуйня? Почему? Слышь, ты, сука, сюда не стучи. А где зеркал? Зеркал еще не изобрели, походу, тут. Ебать, пока ключ подбирал, ночь прошла уже. Ты еще кто такой? Чепуха ебаная. Солнце уже не видно, маяк все еще не зажжен. Куда же подевался новый смотритель? Не знаю, мужик. Ты странный, блядь. Наверное, умер. Угу. О, хорошо хотя бы придавили в этот... Бля, хорошо, что в сундуке остались наверху. Да ты чё? О! Еба, прикольно. Это портал? О, нет, стоп, я вот эту штуку забыл взять. Не, не берется, блядь. Хм. Надо вниз. Проверить. Блядь, а что тут ничего нет-то? А вот тут на реакции работай. На какой реакции? Беги, блядь. Вот так вот тут, по-моему, был подъем. Это кто? Чупа-пиму няня какая-то. У. Что это за грузики, блядь? Хэдкраб? Мне надо под него встать или что? Блять, что-то надо ему дать. О. Так, пойду надо кого-то зарезать сейчас. О. Без писюнчика. Ну ладно. Мне вообще легко вот эту женщину разъебать. Что это? Не знаю, что это, блядь, какая-то жижа. На, мужик, лови. Что с пенисом? Он завял. Холодно, походу.
там что в конце, понятно. Блять, кто-то дрочит. Бля, ну что делать-то, ебаная игра, блять, какая-то, а? Так, сейчас направо. Блядь, чё, непонятно ничего? Какую-то штуку вставил? А я не понимаю. Там теперь кончак капает мне на лоб сверху. Ам? 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 Ам-ам? А, во, ебать! Врата открылись. Не врата, а в рот, правильно. Ну и чё? Хуеть, блядь, я что тут запил? Кто-то умер. А, блядь, я думал, такая сцена. Там муха так полетела, я... Блять, заебали, опять предметы все забрали, суки ебучие, бля, я уже не могу нахуй. Все, я пошел домой, блять, спать. Если я первый раз зашел, вы постоянно смотрю нарезки времени, так, за такое не до попущения, хочу заплатить дань и сказать спасибо за контент. Пожалуйста. Но это не контент, это говно, привет, это Вова. Посоветовал. Спасибо тебе за стримы, первый раз зашел, ибо постоянно смотрю на риски. И, наверное, последний. Ведь времени на Twitch совсем нет. Блядь, за такое недопущение хочу заплатить дань и сказать спасибо за контент. Спасибо большое за донат. Блять, тут какие-то... спасибо за 500 рублей. Какие-то алкаши, блять, тут жили, нахуй. Что мне делать-то, блять? Ты... нихуя себе. Это как будто мне постучали в обратную сторону. О, смотрите, там какая-то крепость. А, там похороны сейчас, надо прийти. Ребята, я бежал к вам сказать, как вы мне не безразличны. Блять, я лопату не взял, сука. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им... чего, блядь, воздаяние, потому что и память о них предана забвению. Спасибо большое. Мотивация, блядь, охуительная, конечно. Я лопату не взял, черт возьми, надо найти лопату в срочном порядке.
Где лопата? Не знаю, я бы пришел, покопал бы могилку. Каюсь, грешил, но с каким кайфом? Ебать, а там портки вообще стирали, бля, нахуй они тут сохнут, если они все в говне. Мать, ты хозяйка отвратительная, ты в курсе? Он полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Так. Всем советую подписаться на приватен Вова, ведь за всех каких-то трид вы услышите, как лоскича кроют за предками во время футбольщика. Осуждаю. Не надо. Там сейчас вопрос у нас по поводу приватки этой. Бля, я не могу в это играть, блядь. Же. А, и вот я стены измазал. Блять, да как мне нахуй спуститься-то вниз? А, бля, во. Да это шнюк. Бабу капу ищет. Чики-бомбони там сделать. И что, блядь? Ни двери открыть, ничего не могу. И нахуя? И не мешок сломать. Бля, я просто... Мне типа это что, помазать надо все? Я правильно понимаю? Мне просто красить надо эту хуйню, получается. Блять, да сколько надо-то, блять, ебаный в рот. Я что мне сделать, сука, я не понимаю в этой блядской игре. Тебе фонарь у маяка нужно замазать. А как мне на улицу-то, блять, выйти? Я ни в окно не могу вылезти и ничего сделать не могу. Нажимаю все кнопки.
Мешок, блядь. Да я хуй знает, бля, ребят. Я что-то, блядь, ну, какая-то корявая ебаное говно, блядь. Я реально вам говорю, блядь. Я не могу нажать кнопки, ничего не понятно, блядь. Через лестницу наверх я не могу подняться тоже. Вот, я не смогу залезть туда, блядь. Я жму все кнопки F и U. Окей. Мне говорят, надо вниз. Я могу вниз спуститься. Что? Блять, ёбаный в рот. Чё происходит? Сука, я застрял, блять. Я, походу, застрял в этом, в окне, нахуй. Фу, блядь, все. Причем то в один водили, короче, люблю тебя безумно, спасибо за стримы. Спасибо, анонимчик. Так, и что, вот я, допустим, здесь, вот вы мне говорите мешок. Я такой, вот мешок, да, мешок вижу. Че дальше? Я не могу с ним взаимодействовать. И выйти я тоже не могу. Типа, я ничего не могу. Алло, хуесос на разрабе, ты директор скат, блядь, потом это, свою маму засунь. И продавай отдельно. Блять, серьезно, у меня там не поднималось. Блять, у меня он не спускался вот так. Я не мог, блять, вот здесь спуститься. Так, теперь вниз спуститься надо. И мешки разъебать. Еще я тут все говном намазал. Теперь не вижу, куда бежать мне. Какой-то гробик, блядь. Так, понятно, мне не сюда. Ты за собой бежишь. Я не могу бежать за собой, потому что я тут побежал налево и упал просто. Когда не хватает креатива, что же добавить? Правильно, блядь. Лабиринт.
сука, не поймал, блядь. Ты понял? Чё, что я за собой бежал? Так я не бежал за собой, я в домик не прятался. Я не могу быстрее бежать. Когда он за мной бежал, так он меня ловил, пиздец. А сейчас этого хуесоса догнать не могу. Что, стой? И взяли одежду Иосифа и закопали козла. И вымрали одежду кровью и послали разноцветную одежду. И что мне, блядь, опять сделать? Футбек не ждет. Ща, бля, погоди, мне тут хуйню посоветовали. Игра Саука, почта, решил в нее поиграть. Ну, я не знаю. Кое-кто здесь сказал, хоррор классный есть. И что? Блять. Я не понимаю. Блять, да что происходит, блять, дурка нахуй. Ребят, все спокойно, это волосатый анус с геморроинами, ну, с геморроями. Разраба. Вот, а это вот, видите, он вот так открывается, когда ты ему 1000 тенге платишь. Чё, ще еблан? Блять! Бро, надо тренироваться, что-то ты... Как-то кривовато хуяришь. А как его поймать-то, блядь? You lost the way.
Чё за симулятор таракана? Тысячу раз мы с тобой видим один сон на двоих человек. Не лги себе, ты все так же не вправе изменить собственную природу и более не способен внять ни голосу Господню, ни ангелам его. Ты провалил испытание, как провалишь его снова, и грех твой в сквернении святилища, в лжи, служении и в отравлении собственного разума. Только покаяние даст тебе покой. Храни свой покой так, словно это храм Божий, и грядет покаяние. Позволь колесу фортуны забернуть напомнить тебе о твоей истинной сущности, и грядет покаяние. Храни свой покой так, словно это храм Божий. Да пошел нахуй, блядь. Блять, я ебал нахуй этот ебаный. Что это нахуй? Бля, ничего не вижу нахуй. Я ебал этот маяк в жопу, блять, ребята. Ничего не понятно, но очень круто. Бля, ну игра... Игра со смыслом. Мне не понравилось, потому что, первое, я тупой. А во-вторых, потому что она половина не работала и непонятно куда идти. Я ничего не понял, блядь. Какие-то пауки, что-то мы друг за другом бегали, мы переродились, умерли, что-то, блядь. Потом опять себя побежали, сожрали. Однажды мне приснился странный сон. В этом сне мы сидим за столом. Все кажется нормальным, но одновременно что-то не так. В этом сне я вижу себя твоими глазами, я рассказываю тебе что-то, но ты отвлекаешься и не слышишь. Кто-то пришел. Нет. Никто не мог прийти, когда ты оборачиваешь, что замечаешь, что я исчез. Ты встаешь и идешь в комнату, потому что знаешь, что я прячусь от тебя там. Пока ты идешь, то пытаешься вспомнить, что я тебе говорил. Это сложно. О чем я тебе рассказывал? Это было что-то важное? Разраб, еще медленнее можно? Я рассказывал тебе о том, что мне приснился странный сон, но ты не слушал. В этом сне я был тобой, но ты не был моим сыном. Чё, блядь? Иди нахуй, сука, дебил, блядь. Чё ты несёшь, блядь? Ты заходишь в комнату, но там меня нет. В углу лежит открытая книга. В каком углу? Перед окном, что ли? Угол это справа или слева? Страница несколько слов. Чё, блядь? Бля, надо пояснение какое-то смотреть.